Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем хорошего начала дня, хорошего настроения, позитива. А мы тут уже с утреца пораньше. Настей. А у нас тут дела приключились. Настиного телефона. Он решил не заряжаться, вонять чем-то. Чем? Гореленьким, палененьким. Ну, короче, в общем, решила, что все, отдать вот Богу душу. Но мы не падаем духом и решили, что мы сейчас поедем в какой-нибудь сервисный центр и попытаемся там взять его в ремонт или что-то с ним там, чтобы попытались там сделать. В общем, вот, открывается. Как без телефона, она расстроилась. Без 7:10, а мы уже едем. С 10 открывается, да, чтобы с утра пораньше. Ну, практически, чтобы быть первыми, как наверняка. Вчера расстроилась, все, сегодня расстроилась, да? Очки одела, чтобы не видел никто ее расстроенный взгляд, что все, как этого без этого гаджета-то жить-то, боже мой. Да я сама без него, сами знаете, как уже не могу. Наверное, и вы также все так на них подсели, на этих гаджетов. Гаджет, ты приручил, ты там так нас подсадил, ты нас, а? Вот, ну, в общем, не знаю, что скажут, дадут ли какие надежды или скажут, все, попользовались и хватит, покупайте, идите новый. Да? Нет. Нет, не хочешь? Нет, нет. Я так его любила, да? Он был такой хороший. Да, он только, знаете, он только года еще. Это вот, кстати, тот телефон, скажи, который я в Орифлейме получала по акции приглашения. Ну, в общем, он проработал год, так скажем. И накрылся. Вот. Да? Я его получила вот как раз-таки в июле. В общем, Настя его подарила на день рождения. По факту он с сентября работал, даже меньше года, но получила так, как я его раньше. В общем, ему типа как год, так скажем. Ну, в общем, меньше года отработал, и все. Капец ему, конец пришел, как говорится. Вам насколько вот хватает вообще самсунгов? Какие у вас отзывы по самсунгам? Вообще, какие вы марки телефонов предпочитаете? Айфоны, там, я не знаю, Самсунги, Xiaomi, что там у нас, Хонеры или что-то еще другое. Давайте будем писать, будем делиться информацией. Я думаю, что это полезно для всех. Может быть, кто-то в поиске телефона будет находиться и почитает. Скажет, что вот эти служат хорошо, вот эти работают долго. И я, кстати, по айфонам могу сказать, что я их очень люблю. У меня самой их несколько было. Но у меня с ними постоянно приключается что-то, но вы на меня как бы не судите, не смотрите, потому что я на айфон снимаю, монтирую, выкладываю. У меня такой он пробег проходит за год, что, может быть, у другого человека за 10 лет такой бы телефон пробег не прошел. Плюс я пользуюсь соцсетями, и в съемке видео постоянный монтаж, выкладываю видео, и он постоянно-постоянно в ходу, в работе. Мне, ну, вот как бы зарядки не хватает даже на день, потому что вот у меня вот так активно, а у вас, может быть, и по-другому было бы, конечно. Но айфоны, конечно, надежные, вот, но у меня и с 10 проблемы были XS, да? XS, да. Вот этот следующий, наверное, XS. С ним тоже проблемы были. Я его в ремонт отдавала, мне тут забился, в общем-то, и со звуком. Вот и сейчас смотрю, опять то же самое. Похоже, опять надо отдавать ремонт, но на месяц не хочется оставаться. Без телефона что-то они там мне за деньги почистили. Даже это не гарантийный случай был. Ну вот, как-то так. В общем, мы поехали так. Да, все, едем. Сейчас уже откроется через 5 минут магазин. На коррекцию маникюра. У меня уже ногти вот так вот отросли. Сегодня я вот на сейчас уже записана.
Будет новый маникюр, новая расцветка, новый цвет. У нас очень-очень жарко. Ой, я не вижу даже, сколько показывает. 33 градуса показывает автомобиль, поэтому очень жарко. Прямо вообще душно, дышать просто нечем. Сейчас маникюр, вам видно такое яркое-яркое солнце. В общем, что-то будет новенькое, захочется новенького. Вот такой вот у меня новый маникюр. Поменяли форму, длина осталась, а так как форму с квадрата сменили на, получается, что овал, смотреться стало совсем по-другому. Вот такие вот арбузы красивенькие, а на другой руке один арбуз на одном пальце и другая надпись там, в общем, такая вот красота. Ну что? Какой красненький, наверное. Классный? Ну-ка, давай ко мне. Я попробую. Классный? Да. Классный. Вкусный. Ой, какой ты прохладненький, какой хороший. Ой, я уже разгорячалась. Вообще из воды просто не вытащить его. Только... сидит в ней. Ну, такая жара реально. Сегодня прям все купаются. Так много людей. Очень много людей. Это тут мало. А вон там вообще очень много. Не знаю, Шенька в теньке, наверное. День сегодня прям очень жаркий. Не только в отношении градусов 35 на улице, но и жаркий в отношении дел, мест, где мы только не были. Вот, сейчас я вам покажу покупки, столько разных, разнообразных покупок для меня, для Насти, для Ильи. В общем, кому что, все такое разноплановое и очень разное, но все очень-очень нужное. Просто вообще, телефон Насти мы сдали, уже из мастерской звонили, попытаются его все-таки сделать. Там, если получится, то он уже будет завтра готов. Если этот запчасть, которую там... предположительно, что это вне причина, не она, то, значит, будет готов как-то, ну, в общем-то, позже. Ну что, давайте уже смотреть покупки. Вот это кондиционер включили, потому что жара такая вообще просто невозможная. Так, ну что, первое, Илюха уже выгулил и обновил. В общем, купили ему кроссовки Demix, вот мерил-мерил. В спортмастере купили.
400 метров только открыто, все остальные этажи закрыты, выбираешь там по компьютеру, тебе приносят, ну, в общем, новые реалии покупок, это что-то с чем-то, вот просто-напросто приносят тебе эти коробки, ждешь, ну, в общем, как-то так получается. Так, это Настя, вот такие шлепанцы. Купили, заезжали там на рынок, шлепки ей купили, в общем-то, резиновые. Так, это Настя себе выбрала вот такую вот панамку. Панамку такую беленькую внутри. Панамку. Я купила себе вот такую вот, значит, шляпку с такими вот цветами. И поля еще вот так вот, да, получается, фиксируются. Дальше в спортмастере Илюхе купили бейсболку Columbia, но он уже все тоже содрал, уже все тоже обновил, в общем, все напялил на себя новое и пошел просто в новом. Так, дальше, вот такую Skechers сумку ему тоже в спортмастере, поясную красную выбрал для того, чтобы носить там телефон, что с собой. Какой-то еще потайной кармашек есть. Внутри кармашки. В общем, можно на поясе, можно на груди. И я еще вот выбрала вот такой вот фирмы, это уже Skechers. Рюкзак. С такими вот имитацией металлических замков. Этот, значит, рюкзак. Здесь тоже Skechers, у меня кроссовки есть Skechers розовые, да, их вы все видели. А здесь у нас по краям такие вот карманы, чтобы для бутылки. А здесь у нас внутри ручка есть, да. Это вообще толком и не смотрела, знаете. Все, бегом, 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 бегом. Так, здесь у нас есть карман для типа ноутбука. И здесь еще внутренний. Вот такой вот кармашек для всякой мелочевки и снаружи для мелочевки. Ну, в общем, классный рюкзачок, подо все подходящий, легкий. Самое главное, такой вот прям легкий, клевенький рюкзачок. В общем-то, ну все, собственно говоря. А, еще и резинки купила. Сейчас вам вот покажу. Такой вот набор ярких, цветных, симпатичных резиночек для этого. Для волос вроде ничего такие. Мне тоже одну подаришь. Вот. Прям одну или комплект? Одну. Одну. Не туда, не сюда. Один. В общем. Подо все можно подобрать. Под все, что хочешь. Да. День провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.